Так, ребята, хочу вам показать, как у нас тут мусор вообще выкидывают в Германии. Ну, в принципе, тут вот у нас для стекла отдельно есть, я не знаю, как вот в ваших странах, вот тут отдельное стекло, коричневое стекло, вот тут у нас зеленое стекло есть, и тут белое стекло. Ну и кроме того, тут у нас вот для бумаг, отдельно для газет, отдельно для картонов, и вот там дальше у нас отдельно для... Что это у нас тут? А, одежду выкидывать старую, это, ну, обувь. В общем, тут, конечно, выглядит не так, но... И вот тут, конечно, уже людям надоело, они же пишут, чтобы люди как-то картоны размягчали. В общем, вот так оно все выглядит. Вот, хотела с вами поделиться, как у нас вот тут в Германии обстоит дело с мусором. Вот тут немцы щепетильно насчет этого плана. Главное, чтобы этот... Вот у нас светлое голубое небо сегодня. Красота, лепота. Ну и мусор надо выкидывать. Тут распределяешь стекло и так далее. Солнышко. Но, ребят, солнышко светит, но не греет, можно так сказать. Вот такие вот тут у нас пироги.